В 1877 году американский изобретатель Эмиль Берлинер создал микрофон. Этот прибор для преобразования звуковых колебаний в электрические применяется в телефонии, радиовещании, телевидении, системе звукозаписи. Ну и, конечно, ни одному исполнителю не обойтись без микрофона. Если вы задумались о самовыражении через музыку, но не знаете, что для этого нужно, этот сюжет как раз для вас. Своя небольшая коллекция микрофонов есть в магазине «Музыкальный арсенал». Интересные экспонаты сохранились здесь еще с начала века. И если 135 лет назад микрофон использовали только ораторы, то сейчас функционал расширился. В ассортименте нашего магазина присутствуют практически все виды микрофонов. Микрофоны для конференц-систем, студийные микрофоны, микрофоны для вокалистов, речевые микрофоны для записи в домашних условиях, либо в профессиональной студии. Гарантию хорошего звука обеспечит и дополнительное оборудование, например, акустические системы фирмы Behringer и микшерные пульты. Для музыкального творчества в магазине можно приобрести народные инструменты, духовые и клавишные. Большим спросом у молодежи сейчас пользуются гитары. Акустические гитары тоже градируются на гитары классические, для обучения по классической программе, и эстрадные, так называемые вестерн-гитары. Поэтому, придя к нам в магазин, всегда можно будет получить профессиональную консультацию и приобрести очень качественный и недорогой инструмент для обучения. Выплеснуть адреналин поможет электрогитара. В наличии большой ассортимент. Попробовать свои силы можно и на ударной установке. Есть очень качественные, хорошие инструменты фирмы Mapix, Yamaha. Можно прийти, попробовать поиграть. Выбрать для себя что-то. Стоит только захотеть проявить себя, а музыкальный арсенал всегда найдется. Здесь вот уже 20 лет работают на ваш талант. Ирина Кистерева, Сергей Мякишев, Сибинформбюро.